Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Александр Николаев. Да. Отдыхаешь? Да. Так, не жарко? Нет. Как собачка? Хорошая собака. Охотничья будет? Учится хорошо. А тебе объясняли, что собака не должна доверять постороннему? Да. Принимать пищу из чужих рук. Объясняли? Кстати. Егорыч! Забрать собаку у Николаева и передать другому курсанту.
Рядом. Два наряда. Товарищ капитан. Ну что, давай! Да подожди! Подожди! Догоняй! Давай, рисуйся! Пойдем! Давай, иди сюда! Все будет хорошо. Хватит на себя без стороны. Давай, 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 качай ее, качай, качай, качай. Сильнее раскачивай. Вот. Дай, дай. Другой рукой на нее замахнись. Перехватил ее на себя. Да. Вот. Дави, дави. Все, дай, 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 дай. Все понятно. Все, работайте, потом поменяйтесь. Пошла. Да, сильнее. Егорыч, хватит курить! Ты травишь роженицу. Я все чую. Раскомандовалась. И слышу. Давай, 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 миленькая, давай. Давай, давай, давай. Егорыч, третий пошел! Четвертый час разродиться не может. Но все хорошо будет. Тройняшки!
Иван Матвеевич, здравствуйте. Смотри, какая прелесть. Здравствуй, Глаша. Девочка. Да. Хорошая какая. Поздравляю, отец. Вот так-то, брат. Я тебе взял новую штучку. На ручку. Узелок. Вот. Пойдем, нам надо найти машину. Пойдем. И... Знаешь? Так. Чемодан. Бери. Пацаны местные из лесу притащили немецкий парашют. Мы пошли осматривать. На реке нашли два трупа. Парень с девушкой, с ножевыми. Диверсия. Да, больше некому. Ты из военных тут самый ближайший, вот к тебе и примчался. Собаку с проводником дам. Ты бойцов давай. Бойцов, Боря, я неделю назад отправил в части. А их дети. Ты комедию мне не ломай. Ты что хочешь, чтобы диверсанты ушли? Тут трибуналом попахивает. Ты смотри, какой смелый, а. Ну, с нами пойдешь. Угу. Так, один, еще три пацаны унесли, да? Значит, их четверо приземлилось. Вторая группа за неделю. Передовой пахнет. Вот возьмем их и спросим нежно, чего им надо. Возьмем, да, если получится. А чего ж не получится? Получится. Собака след возьмет, а парни твои их окружат. Слушай, ну что ты с ними цацкаешься? Они бойцы. Бойцы рабочей крестьянской армии. Щенки они еще не бойцы. Поднимай. Бойцы, в колонну подвое. Бегом! Рядом. 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 След ищи. Ищи. Стой.
отделение ко мне. Значит так. На открытую местность не выходить, бой без приказа не вступать. Передвигаться скрытно. И смотрите друг дружку, не перестреляйте. Исполнять? Отойдите. Я врач-хирург, отойдите. Отойдите, отойдите все. Уберите его. Вань, это врач, Ваня. Сквозняк. До больницы не доедет. Быстро дочку мы забрали. Скажи, как там моя подопечная? Павлова? Да. Кира Андреевна. Пока не появлялась. Может быть, вам не доложили? Чтобы ее взяли ко мне на работу, а я не знал? Ха, такого не может быть. Она сегодня утром должна была приехать. Ну, возможно, не приехала. Я уверен. Что приехала? Ну, подождем. Ну, подождите. Подождите. Да давайте я ее на кампус покормлю, да? Пусть поедет. Не надо тебе на это смотреть, проводить. Стол, быстро! Нельзя! Быстро! Шли!
Вам здесь нельзя. Уходите. А почему у вас собачки в углу лежат? Это мамочка наша с детишками. Убрать? Нельзя никак, только утром ощенилась. Вы хотите, чтобы я оперировала человека в ветлечебнице, в собачьей больничке? А что такого? У нас тут все стерильное. И в соседнем кабинете приемное. Если кто-то серьезно заболеет, мы сразу в госпиталь, а так операционная только здесь. Очень хорошо. А спирт? Вы же не будете есть из одной миски с собакой, даже если она стерильная? А? Буду. Зажим. А они у вас здесь все живут? Они у нас здесь учатся, как в настоящих школах. Потом на границу отправляются служить. Как Джуль Барс из кино? Как Джуль Барс. Смотрела? Да. Да 100 раз, наверное. Мое любимое кино. Погладить хочешь? Ну, смелей. О, а вон и мама. Лиза, выходи. Давай-ка, выходи, моя хорошая. Как прошла операция? Друг. Мы вместе служили на границе. Потом воевали на Холхендоле. Вам правду сказать или наврать? Ему в больницу надо под наблюдение врача. Состояние тяжелое. Надо ждать. А вы не могли бы остаться на несколько дней? Я вам с дочкой комнату выделю, на довольствие поставлю. У Глаши мало опыта, она не справится. У вас пылинка здесь. Извините. Я не могу, у меня предписание в местной больнице. Пару дней подождут, ничего не случится. Хорошо. Шевцов. Кира Андреевна, собак своих держите подальше. Идем. А летом там так тепло было, прям солнышко яркое и хорошо так. Вот, папа мой фельдшером служил. Я ему с детства помогала. Не знаю, наверное, тогда привился интерес к медицине. Потом в 17 лет закончила годичные ветеринарные курсы. И вот уже как здесь. Надо пойти вашего Егорыча проверить. Thank you.
Ты что, не понимаешь, что это опасно? Мам, тут нет ничего опасного. Они же дрессированы. Я запрещаю тебе подходить к собакам. Они тебя искусают, и я тебя буду зашивать. Вот такой большой углой. Ма, почему они не должны искусать? Потому что они собаки. И от них никогда не знаешь, чего ожидать. Ну, это вы скорее людей описываете. Псину свою уберите из палаты. Герц! Если залез, ты хоть спрятался бы, а? Иван Матвеевич, разрешите доложить? Там, я на подсобку пошел, как обычно. А потом я дверь открыл, товарищ капитан. Колбасу уничтожили прямо на месте. Это животное. Угу. Енот? Собак накормишь. Только попробуй еще раз. Залезь к нему в вольер, узнаешь. Это моя собака. Она у меня добрая. Она меня не укусит. Понял меня? Зато я злой. Опять деретесь? Никак нет никакой драки. Иван Матвеевич, он кормит мою собаку. Носит с кухни ей. Это моя собака, Иван Матвеевич. Яша прав. Это его собака. Была кругом. Плохо кормит. Дикарь. Борисов, ты, наверное, во время боя отвлекся, глаза закрыл и не заметил. Иван Матвеевич. Секунду. Что курсант Николаев бегущему диверсанту со 100 метров попал в глаз. Как белки. Поэтому еще раз я услышу про дикаря. Неделя нарядов, понял? Да, что вы хотели? Курсант серьезной травмы. Его нужно определить в стационарное лечение. Буян сорвался. Глаш, ты закончила? Да. Иди-ка в казарму. Вам здесь нужен стационар. А давайте. Глаш, записывай. Всякого покусанного курсанта определить покусанного. Ого. Угу. Определить на стационарное лечение с выделением персональной палаты и освобождением от тренировок. А потом медучилище откроем.
институт. А это бесчеловечно. Будут последствия. Всего доброго. Скорее бы ваш Егорыч на поправку пошел. Да на такие мелочи они даже внимания не обращают. Нет, я понимаю, собаки. А как ему доверили людей? Иван Матвеевич замечательный человек. И очень хороший командир. Зря вы так. Глаша. Желание смотреть, желание касаться. Ты влюбилась? Нет. Минут. Павел Сергеевич. Где Кира Андреевна? Ее искали, ее нигде нет. У меня, как у главврача области, вся информация на руках. Не можем найти. Плохо искали. Все больницы проверили. Такой нигде не трудоустраивалась. Мы обзвонили все, что можно. В 28-й, куда она приписана, тоже не появлялась. Будет исполнено. Войдите. Иван Матвеевич. Одну минуту. Я хотела вам сказать, что ваш больной, он идет на поправку. Отпустите меня, пожалуйста, в местную больницу. Я должна предупредить, что скоро выйду на работу. Я еду в город, могу вас взять с собой. Спасибо, спасибо. Читайте. Нет, не читаю. Это здесь было все. Я пойду. 5 минут. Хорошо.
Здравствуйте, можно? Простите, я очень устал после операции. Все вопросы, пожалуйста, к лечащему врачу. У вас здесь кто-то лежит? Нет, у меня здесь никто не лежит. А, да, если хотите покласть... Положите. Ну да, если хотите положить кого-нибудь из родственников, то обращайтесь к моему заместителю. Нет, я не хочу никого класть. Послушайте, вы что, издеваетесь? Ну, почему вы считаете, что я издеваюсь? Вот у меня направление к вам. Я задержалась на несколько дней. Mm. Mm-hmm. Бурмистрова. Павлова. Павлова? Да. Ха-ха. Так куда ж вы делись? Павлова. Присаживайтесь. Ну, что ж вы, Павлова, куда же вы подевались? Мы же всю область на ноги поставили. Поляков день и ночь трясет. Поляков? Ну да. Поляков Павел Сергеевич, заведующий отделом обкома партии. Ну, хорошо, хорошо. Поляков Павел Сергеевич. Да, Павел Сергеевич, он вас направил сюда, а вы не знаете своего благодетеля. Да, он человек скромный. Скромный. Значит так, мы для вас уже все приготовили. Вы, пожалуйста, осваивайтесь. Все условия, отдельные палаты, есть комната матери и ребенка, горячая вода и, в общем, все, что надо. Значит, отдыхайте, набирайтесь сил. И как только будете готовы, выходите на работу. Я не буду у вас работать. А как? Павел Сергеевич. Дальше делать будете? Не знаю. Можете пока у нас в школе остаться. Глаша какого-нибудь опыта наберется. Решайте. Спасибо. Я подумаю. Я могу быть резким. Извините. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пойдем спать. Наш папа какой был? Как дядя Ваня? Нет. Совсем другой. Жалко.
А дядя Ваня нас бы не бросил. Твой папа тебя не бросил. У него просто очень много работы. Спи. Твой хозяин. Удивительная преданность. Это ж собака. В них много чего удивительного. Вот мы иногда называем друг друга собаками. А зря. Собак никогда не предаст. Врать не умеет. Зато кусается. Нет. Собак никогда не укусит. Зря. А вот иной человек так куснет. Потом всю жизнь болеть будет. Там и лоси, и кабаны, и волки вот. А может, вам померещилось? Ну, показалось. Померещилось, показалось, ну, возможно. Ты пейте чай, это Зеленцов принес, он хороший. Глаш, ты не говори об этом никому, ладно? Конечно. Если Иван Матвеевич узнает, то значит, он сделает. Товарищ капитан, я вас везде ищу. Опять. Что случилось? Пойдемте, пойдемте посмотрите. Опять. Ha ha ha!
Товарищ командир, как? Вот как? Колбасу опять всю поим. В окно мог залезть. Яшу зовем. Яшу позови! Ловкий, зараза. Ловкий? Ловкий! Ни одна собака на него не отреагировала! Как он мог сюда залезть? Ни одна сука не залаяла! Опять все пересчитывать с самого начала! Есть? Волка ловить будешь. Шкуру отдашь? Я тебе медаль дам за спасение колбасы. Че, вот? Да? Здесь ходить не надо. Волка поймаю, будешь ходить. Понял меня? С головой беда, Якут. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Я волка поймал! Я волка поймал! Засыпайтесь! Иван Андреевич! Яша, ты чего шумишь? Я волка поймал! Он там, на балконе! Просыпайтесь! Идите за мной! Пойдемте! Thank you.
Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Ловушка сначала не сработала, думал уйдет. В самый последний момент зацепился, сильный оказался. Очень сильный. Теперь не уйдешь. Попался, волчар. Ты видишь, что это собака, а не волк? И что, отпустите его теперь? Он опять воровать начнет. Чтобы не воровал, поставишь его на довольствие. Поставишь на довольствие. Убивать жалко. Убить хочешь? На, держи. Бери нож. Отпускать тоже нож жалко. Бери. Это ты. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Джульбарс, рапорт. Джульбарс, рапорт. Ну какой ты глупый. Он не глупый. Он хитрый. Апорт. Молодец. Ну ты даешь. Ой, чай, кофе. Можно. Чем обязан? Вот решил посмотреть, как ты тут. Да как, вот работаю. Наслышан о твоих подвигах? Да какие подвиги? Не смог ни одного живым взять. Жаль. Личная просьба. Знакомая у меня была направлена в местную больницу на должность зав. Отделением. Пропала. И как фамилия? Павлова. Да, Кира Андреевна. Павлова. Год? Да не помню. Дочь Лиза. Слушай, тут у нас раненый был из школы собаководства. Ну, мимо проезжала машина, а в ней женщина-хирург. И при ней девочка лет 5-6. Женщина-хирург? Угу. Адрес школы? Степная, 10. Федор Сергеевич, себя?
Бери коня. Пойдем. Пойдем, пойдем, отпразднуем. Прятаться ее надо. Было бы куда. А у нас тут комиссия, управление. Они же везде свой носуют. А тут двое постояльцев на территории. Она тебя спасла. Это ты им объяснять станешь. А ей деваться некуда. У нас посторонние на территории. Я ее уложу потихонечку куда-нибудь. Потом мы возвращаемся. Я этого не объяснил. Ты это объяснишь, когда ее отсюда выгонять станут. Она же спрашивает, а почему холодным? А чтоб союзники не помогли. Товарищ начальник. Да ладно, потом доложишь. Рядом. Давай, рассказывай, показывай свое хозяйство. Да ладно. Пойдем, знакомься, пойдем. Товарищ Поляков, заведующий отделом обкома. Все, пошли. Нам до станции. Так, Кира Андреевна, ну, какая разница куда? Я же не так самотор, что везти куда попросят. Я на службе. Неужели вам трудно? У нас по школе комиссия ходит. С меня же голову снимут. Добрый вечер. Это у кого ж такие чудесные члены семьи, а? Шевцов, ты, насколько я знаю, не жена. Ты что, скрываешь? Товарищ начальник, разрешите доложить. Правильно, Шевцов. Обманывать начальство себе дороже. Так кому вы приехали? Кому так повезло? Я никому не приехала. Я просто здесь... Я жила здесь. Ну, или... Или... Ну, то есть не жила. Что значит жила, не жила? Не понял? Товарищ начальник, это я попросил гражданку остаться у нас на несколько дней и помочь. Ты что здесь за что? Все, Сергей! А? Да наш герой. Рядом. Товарищ Павлова спасла нашего бойца. Он был тяжело ранен. Она его прооперировала прямо здесь. Он бы, не доехал до города, умер бы. Она его выходила. Она молодец. Сам доложить не мог? Виноват. Вот товарищ Павлова спасла, а ты... Все, спасибо. Большое спасибо. Оставайтесь сколько надо. Пошли, 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 все. Пошли. Привет. Я так долго искал тебя и маму. Все не мог найти, и вот нашел. Зачем вы мою маму искали? Маму? А, чтоб тебя быстрее найти. Ну, мне надо идти. Мы с тобой обязательно скоро увидимся. До свидания. До встречи.
Доброе утро. Доброе. Все хорошо? Спалось плохо. Вот опять кто-то на подоконнике оставил. Твои тайные воздыхатели? Да откуда тут? Да кто угодно может быть. Иван Матвеевич, например. Зачем вы такое говорите? Или вы правда так думаете? Ничего нет. Ты красивая. Да мне кажется, он кроме своих собак никого больше не любит. Может, ему одному хорошо. Я через полчаса в город поеду. Если вам надо чего-то из медикаментов, напишите, да? Молодцы. Чувствуется женская рука. За мной! Вперед! Вперед! Точно не он. Глаша, давай список напишем. Вот, смотрите, эти лекарства будут наверняка. Если этих не будет, никакие другие не берите. Я написала все, они поймут. Здесь перевязочные средства. Что? Ничего. Ах, бары! Глаша, понимаешь, сердце у меня от тебя болит. Да не, эх, бары! Глаша, сердце болит. Сердце. Сердце у меня болит. Чего? Сердце. Сердце болит. Яш, проходи, проходи, ложись. Ложись, аккуратно. Давай. Сердце болит. Ой. Кира Андреевна! Кто-нибудь позовите Киру Андреевну! У Яши сердечный приступ! Кира Андреевна! Сердце болит. Ты глупый! Что? Дурак! Засранец! Сахта зима, ходил фарды, мы не берем. Анишитку тоже мне нашелся! Ну, Глаша, успокойся! Ромео наш влюбился. А с какого боку подойти, не знаю. Плохо насоветовал. Нормально я насоветую. Мы даже речь отрепетировали. Плохо отрепетировали.
удовольствие вам. Спасибо большое. Большое, пожалуйста. Как дела? Хорошо. Хорошо. И у меня... Собирайся, поедем в парк. Мы никуда не поедем. Карусели. Конечно. Лиза. Мороженое. Да. Как вы тут живете? Заменим. Ну, собирай маму, а я в машине подожду. Какое платье одеть? Горошек или с цветами? Надеть. Все, Степан! Ай, молодец! Ай, хорошо! Ай, хорошо! Ай, хорошо! Дядя Ваня, мы в год на карусели кататься. Поедемте с нами? Я с удовольствием, бы дел много. Я боюсь, до вечера не управлюсь. Ладно, дядя Вань, когда вернусь, я ему обязательно с делами помогу. Сегодня что-то как-то народу много, да? Ты прости, что так получилось с этим вызовом для тебя. Но я все время хочу как лучше, получается боком. Все равно рад, что вы приехали. Ты рада? Да. А. Устроилась бы на работу на какую-нибудь. Все-таки повышение квалификации, деньги. Возьмите шарики. Спасибо. Не, ну смотри сама. А ты знаешь, Лиза, сказочку про пастушка? Нет. Жил-был пастушок, и он овец спас. И однажды решил подшутить на всей своей деревне. Перебежал в деревню и говорит: волки, волки, пришли волки, и они едят овец. Все поверили. Тоже побежали, смотрят, а волков никаких нет. Но однажды, когда на самом деле пришли волки и начали есть овец, пастушок закричал: «Волки, волки!» Но ему уже никто не поверил. Понимаешь? Ну что, пойдем на карусели или по мороженому? Да, но, наверное, сначала на карусели или по мороженому, или наоборот. Хорошо, пойдем. Улыбаемся, девочки. Молодцы. У меня сейчас отдел в обкоме.
НКВД, армия, ну ты понимаешь. Осторожнее. Возвращайся ко мне. Или Лизу я у тебя заберу. Молодец. Одно удовольствие с ним работать. Попробуй, походи чуть-чуть, потопчи. Потопчи, потопчи, покажи мне. Вот. Теперь иди сюда. Не жмет? Нет. В носках не жмет? Нет. А вот так вот нажимаю. Пятка как? Лиза, пойди поиграй с Джульбарсом. Нам с Павлом Сергеевичем поговорить надо. Говорить нам с Павлом Сергеевичем не о чем. Я не вернусь и дочь не отдам. Да. Выбросить. Надо. Передай. Сюрприза не получилось. Лиза.
Постой здесь, пожалуйста. Иван Матвеевич, я, наверное, уеду. Снова в город на карусели? Нет, не совсем. Ну, ваше право. Егорычу вы помогли, спасибо. Собаку оставите? Я не могу ее взять с собой. Ну, оставляйте. Хорошо. Вы ничего обо мне не знаете. Прости меня, пожалуйста. Я остаться здесь не могу. Барс ничего не ест. Не надо ничего говорить. Барс, по-моему, заболел. Ведет себя странно. Лежит на одном месте, от еды отказывается. Воду пьет? Нет. Это плохо по такой жаре. Сейчас приду. Хорошо. Все, можешь забирать. Молодец. Без доктора остались? Да мы и были без доктора. Джуля! Мама! Джульбарс лежит там, у пруда, и не шевелится. Собака. Собака. Да ничего с ним не случится.
поживет у меня с Герцем, они ладят. Ну и вдвоем веселей будет. Не брошу его. Не по своей воле выживете. Не по своей. Я тебе так скажу. От проблем не уйдешь. Не получится. Но ведь иногда кажется, что это самый лучший путь. И от себя не убежишь. Я Ване уже сказала. Уже Ваня. Я не могу ничего объяснить. Ни вам, ни Шевцову. Даже Эльбар смогу. Собака. Ах ты, симулянт. Всех перехитрил. Мы с Глафирой хотим открыть ячейку социалистического общества. Только ваше разрешение надо. Слушай, Яш. Ну, если у вас там с ней все договорено, то я не против. Смирно. Кругом. Далеко собрался. Жить вместе будем. До завтра устав надо выучить. Будешь мне помогать? Я командир сходил. Он разрешение дал. Уже приказ пишет. Он рад. А это моя хорошая. Эхбар. Какой приказ? Командир, разрешение дал жениться. С кем жениться? На тебе. Праздник, большой праздник. Ай-ай. Какой праздник? Колбасу будешь кушать. Праздник, да. Ходил в фарду. Иван Матвеевич. Давно ли девушками решили торговать? Если что-то не очень понял. Уже подписали приказ? Какой приказ? Ну, он сказал, приказ. Замуж меня отдать. Подписали? Так ты не спросил,
Это девочка. Разрешение спрашивать не нужно. Ты для меня отец, для нее отец. Я у тебя спросил? Ты разрешение дал? В оружейку, там тебе выдадут винтовку и патроны. Если этот придет к тебе еще раз жениться без спросу, стреляй на поражение. При коммунизме, Яша, за девушкой ухаживать надо и разрешение спрашивать у нее. Выйди. А я уже застрял. Дикий. Привыкнем. Павел Сергеевич, вам пакет из Москвы. Специальный. Паш, а? Дождались. Я так рада. Наконец-то Москву увижу. Красную площадь, метро. Ты иди. Ну что, где мама? Здесь. Дома? Иди, поиграй в машинки. Ха-ха-ха!
Собирайся. Мы с Лизой уезжаем в Москву. А ты хочешь с нами? Спасибо тебе. Помочь? Собраться помочь? Паша, у нас в школе машина есть. Я могу договориться, тебя отвезут. Отвезут? Отвезут. А хочешь любви моей вечной? Хочешь прислугу? Хочешь много денег? Счастья, счастья. Своей дочери хочешь? Не вижу по глазам ничего. Не пойму. А я ж так тебя люблю. Дюльмарс? Что-то случилось. Люблю же тебя, но знаешь, тебя и дочь больше всего на свете. Хочу быть с вами. Убери от меня руки. Что? Ты с ума сошел? Отстанет он от нее. Да, история с географией. Чего он сказал? Не расслышал? Ты б его поостерегался, нехороший он мужик. Да я тебя не пугаю, ты ж пуганый. Здорово она тебя зацепила. Я ж вижу, как она на тебя смотрит. И ты на нее. Вроде взрослые люди. Собаки и то понятливее. Товарищ, у нас здесь не принято курить. Надо оставить. Вчера еще не было. Вчера его сами оставили. На днях был в управлении у начальника. А тебе разговор зашел. Я тебя похвалил. Спасибо. Что спасибо? Проблему надо решать. Вся эта каша с диверсантами. Что именно? Ну, ты же знаешь.
Но я в рапорте написал. Читал. У тебя были бойцы. Собак. Что в итоге? 4 трупа. А мне как-то надо принимать решение. Кто виноват? Надо назначить виноватого. Начальник этой школы собачьей, Ваня. Как его фамилия? Шевцов. Шевцов. Присмотрись к нему. Да? А завтра мне правильный рапорт принеси. Я тебя все равно найду. Лиза! Иван Матвеевич. Кира Андреевна, завтра в город театр приезжает. Не составите компанию? Хорошо. Спасибо. Лиза! Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Thank you.
Лиз, давай быстрее. Нехорошо заставлять человека ждать. Я не пойду. Дядя Егор сегодня Джонни Барса будет учить плавать. Я обещала ему помочь. Чего ты вчера мне об этом ничего не сказала? Не знаю, забегла, забыл совсем. Сама понимаешь, как это бывает. Ты что, не хочешь в кукольный театр? Я же сказала, я занята. Заниматься надо. Дядя Егор с нас уже дождался. Занята. Тебе не кажется, что у нас дома появилась лиса? Не знаю, не видела, но если бы у нас там появилась лиса, то барс бы ее учуял. Ну, спасибо тебе, взрослая женщина. Ой, дядя Вань, какой вы сегодня красивый. Вам очень идет. Спасибо. Я себя как-то немного по-дурацки ощущаю. Мне нравится. Ты тоже с нами пойдешь? Ты готова? Нет. Джульбар за Лизой приглядывать будет.
Джульбас, апорт. Ну, давай, давай, неси. Молодец. Апорт. Ну, иди, иди. Иди, не тоби. Я кому сказал апорт? Джульбарс, апорт! Ну давай, родной, апорт! Ну подумаешь, мадам, ты все-таки полезешь у меня. Дядя Егорыч, пожалуйста, не надо. Джульбарс! Только страшно. Апорт! Апорт! Первый раз вижу собаку, которая так боится воды. Он у меня просто сухопутный. Это точно. Сухопутный. Но зато на площадке самый лучший. Не услыхала я и сам ни слов. По звуку голос я узнала твой. Ведь ты Ромео? Ты Монтекки, да? Не тот, не это. Ведемо имени противные. Ух ты! Откуда? Как ты вошел сюда? И для чего? Любовь меня на крыльях пронесла, ведь я для любви и камень не преграда. На все любовь посмеет присягнуть, и не помеха мне твои родные. А увидев лишь, они тебя убьют. Знаешь, увы, глаза твои опаснее мне, чем 20 шпаг решла. Пойдемте, умоляюсь. И против злобы их я защищен. Поцелуйчик, да, нет. Лишь бы тебя они не увидали. Мореход я, как там писал мне. Не мореход я, но была бы ты на дальнем берегу, за дальним морем, решил с собой за таким товаром плыть. Написал? Написал. Да ты прочти. Да. Благородство. Я так посчитал нужным. Там будет то же самое. А Паша геолог. Он на последнем курсе учился, когда я поступила на медицинский. Так мы познакомились. Потом я решила, что это не он. Забеременела. Не сказала. Уехала в другой город. Я его, когда здесь увидела, я ничего не почувствовала. Не жалею ни о чем. Ты? У меня жена умерла от холеры в 26-м.
и дочка. Не соревнуюсь я с творцами от, которые раскрашенным богиням в подарок преподносят небосвод со всей землей и океаном синим. Пускай они для украшения стров твердят в стихах между собою споря о звездах неба, о венках цветов, о драгоценностях земли и моря. В любви и в слове правда мой закон. И я пишу, что милое прекрасно, как все, кто смертной матерью рожден, а не как солнце или месяц ясный. Я не хочу хвалить любовь свою, я никому ее не продаю. А где это было? Под Холхенголом. А сколько их было? 100. Я один выжил. Сейчас Лиза проснется. Тогда иди. Кольцо замыкают. Говорит Москва от Советского информбюро. В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили Киев. На одном из участков северо-западного направления фронта нашими летчиками сбито 4 самолета противника. Уничтожено 5 немецких танков. Обоз из 15 повозок с продовольствием и склад с боеприпасами. Подразделение наших самолетов под командованием капитана Ермаченко разгромило фашистский аэродром. Все, что у меня было, отправил для обеспечения порядка в тылу. В каком тылу? В тылу фронта. У нас теперь не округ, а фронт. И в его тылу шпионы и диверсанты. Да. Нет у меня больше людей. Сядь. Да. Майор, голову мне не морочь.
по этим вопросам к подполковнику Смолину. Как обстановка? Хреновая обстановка. Немцы Киев взяли. Отступаем пока по всем фронтам. Скоро кольцо сомкнут. Но есть еще тропинки, так что... Вот. Тебе предписание срочно эвакуировать школу. Но мне транспорта не хватит. Там все есть в бумаге. Так точно. Это личное. На передовую хочешь? Медалек мало. Слушай, Вань, давай так. Я буду говорить, где ты нужнее. Когда нужнее? Вот эвакуируешь школу. Мы вернемся к твоему вопросу. Я тебя услышал. И на том спасибо. Свободен. Так точно. Да. И приведи себя в порядок. А? Ну, побрейся, ходишь как собака. Да. Вы присмотритесь. Не удивляйте, как такого аптеки. Ну, так что? И вам отвечу. Простите. Извините. О, Боря, здорово. Привет. Слушай, ты от полковника? Да, вот приказ. Школу эвакуировать. А, ты, небось, на фронт просился, да? Даже слушать не стал. Это еще ничего. Мне он обещал взыскание, если я еще раз на эту тему рот открою. Да хватит нам с тобой фашистов-то, Боря. Да я тоже так думаю. Слушай, пойдем чайку в буфет попьем, а? Не-не-не, транспорт искать. Ну, погоди, погоди. Ты мне скажи, у тебя какие отношения с Поляковым? Ну, трения были какие-нибудь? Да я увидел всего полтора раза, откуда там трения висят. Ваня. Все хорошо. Ну, ладно. Пока. Давай. Стучаться надо, дверь для чего? Мне нужны две полуторки для эвакуации школы собаководства. Нет тут транспорта, капитан. Не напасешься на вас машин. Вот предписание. Да у меня этих предписаний... Машины, естественно, с водителями. Ну, сколько раз говорить? Нет машин, капитан. И запас бензина желательно. Вам сгущеночки подогнать. Я все равно все не вывезу. Просроченная, небось. Ну, вас же не обманешь. Да уж кого-кого, а меня. Сколько ящик? Ну, ты ж две машины просишь. Хороший. Ну. Две полуторки и два полных бака бензина. Маша! Маша, быстро две полуторки! Товарищу определи! Быстро! А это на заводе надо. Берешь аккуратненько листочек. Аккуратненько на него все раскладываешь. Все ровненько положишь. И куда-нибудь под кровать. На 1-2 дня.
Пускай там полежишь до посол. Да никто не видит. Вот это важно. Вот это нужно. Немцы прорвались. Получен приказ об эвакуации школы в тыл. На сборы 3 часа. Зеленцов? Я. Обеспечите едой и водой на 2 суток. Не получится. Машины давно не было. На 2 суток? Есть. Разойдись. Поедете пока с нами. Дальше посадим вас на поезд. Или отправим на машине уже поглубже в тыл. Ну все, идите, собирайтесь. Яш! Я! Помоги Кире Андреевне по санчасти. Хорошо. Че спокойный такой? Яш, ты обращай на нее внимание. Не, ну а что он стоит смелый такой? Маша! Я в тайге тигра голыми руками зарезал. А людей вообще не боюсь. Прям зарезал? Да. Голыми руками? Да. Я боюсь только одного человека. Шевцова? Меня? Так, ребят, давайте заканчивать. Пойдем соберусь. Что там у нас с оружием и с боеприпасами? У нас 2 пулемета, ящик гранат и 5 ящиков патронов. Выдай бойцам по винтовке и по боекомплекту. Ну, грузимся. Слушаюсь. Помогу. Мам, на войне кто лечит раненых? Врачи. А ты пойдешь на войну? Пока не знаю. Я не хочу, чтобы ты уходил на войну. Лиза, не будет никакой войны. Вот смотри, Джульбарс думает, что мы без него уедем. Джулька, ты чего? Тебе командир отдельную машину дал? Зачем тебе все это барахло? Оставь. С ума сошел. В машине места нету. Нужно брать самое необходимое. Вот, на. Знаешь, что это? Крепдышин. Понимаешь? Вот если не понимаешь, просто помоги закрыть чемодан. Все нужно. На. Вы?
лыжи? Зачем тебе лыжи? Все. Не повезу никуда. А цветы пусть немцы поливают. Понятно? Эх, бери, апархур. Ирбитхур, обесь. Посмотри на улицу. Посмотри на улицу. Сейчас не зима. Зачем тебе лыжи? Ты как маленькая. Есть маленькая. У меня в детстве одно платье было. Все шитое, перешитое. И ботинки все в дырках. Я потом в школу пошла, а потом... Я же девочка, я хочу быть красивой. А ты и есть красивая. Самая красивая. Как горностай. Вещи собирай. Хорошо. Курсант Алексеев. Я! Командир первого отделения. Есть. Курсант Хабаров. Я. Командир второго отделения. Есть. Грузитесь. Первое отделение к погрузке приступить. Второе отделение к погрузке приступить. Бегом, 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 бегом. Бегом. Ящики сюда, бегом. Живее, 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 ребята. Кира Андреевна, садитесь с Лизой в машину, в кабину. Вам там удобнее будет. Лиза, давай. Давай возьму. Тяжело? Спасибо. Чульбарс, полезай в кузов. Полезай в кузов. Жульбар. Жульбар, в кузов! Джуля, давай с нами в кабину. Ну ты хитрюга. Рядом присяду. Спасибо. Немцы замыкают кольцо. Им надо со мной.
так безопаснее, ты же понимаешь. Егорыч! Кира Андреевна поедет с Поляковым. Немцы прорвали оборону на севере и вышли глубоко в тылу. Замкнули кольцо? Не совсем, остались бреши. Шевцов на телефон не отвечает. Видимо, занят эвакуацией. Надо его предупредить, чтобы он на восток не двинул. Дай, бери мою машину и туй к нему в темпе. И оружие возьми. Есть. А из чего колобок, знаешь? Из теста. Правильно, из теста. Его запекают. А потом кладят в духовку. И да. Так он появился. Да. Лизонька, как думаешь, мама меня простит? Конечно, простит. Я вот когда балуюсь, она меня всегда прощает. Она добрая. Да, добрая. Есть захотелось что-то. Остановимся, поедим. Ты хочешь есть? Хочу. Красота.
Как будто никакой войны нету. Джильбер совсем как маленький. А дядя Ваня нам его дал перед испытанием. Он, наверное, сбежал из какой-то семьи или потерялся. Но он очень умный. А мы будем пить чай? Мам, это термос. В нем никогда не остывает кипяток. Дядя Паша его из-за границы привез. А это по какому написано? По-немецки. Лиза, иди сюда ко мне. Аккуратно, горячий. Горячо. Маленькими глотками горячо. Подержу, а ты завяжешь, давай. Смотри на меня. Давайте втроем. Давай. А как это? Я не умею. Смотри. Летел лебедь по синему небу. Читал газету под номером. Ты говоришь, например, один. Раз, и ты должен убрать руку. А втроем можно играть? Да. Давайте втроем. Давайте втроем. По синему небу. Читал. Газета. Под номером. Ну. Здесь. Два. Три. Еще принесу. Thank you.
Давай, я прошу тебя. Давай. Пожалуйста. Давай. Иди. Можешь идти. Тяжелое ранение в область груди. Грудь второй легкой не задета. Лиза, дай, пожалуйста, манлевую повязку. Лиза, быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Тише, тише, тише. Все хорошо, все хорошо. Дай сюда руку, руку дай. Держи крепко, крепко держи. Нужна срочная операция. Ты же его перевязываешь. У меня нет с собой инструмента, мы должны доехать до больницы. Так, убирай лапу, теперь опять держи, давай. Прижать надо, прижать. Лиза, держи вот так, крепко держи, сильно держи. Мама, он не умрет. Конечно, он не умрет. Как же он умрет? Винтовка. Здесь твоя винтовка, здесь. Винтовка. Твоя винтовка здесь. Намочи водой. Воду, воду открывай. Кира, я не могу рисковать. Я в ответе за вашу безопасность. Намочи, утирай пот. Совсем старый стал. Жара и эта тряска его доконают. Ну и пол поставить надо. Только инструменты и лекарства в другой машине. Яш, останови. Ему не нужен укол. Я его так вылечу. Сабатин, элеминез, алабин мунус, оси хатюн, кунжин хатюрбар. Что? Герц. Он больше не будет болеть. Он живой. А что ты сделал? А у меня дедушка. Шаман был. Но он лечил людей. Зверей. Много-много. Поехали. Спасибо тебе. Дед все важные точки знал. Куда нажимать. Мы зверей много лечили. Я могу. Но мало что знаю. Магатонас. Thank you.
ничего не страшно. Нам не страшно. Нам ничего не страшно. Тихо. Все. Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Живой? Нет.
осторожнее, ну. Сверху? Да я сам еду. Берем. Женщина с девочкой гражданской. Были. Бойца нашего раненого они забрали. Уехали. Проехали куда? Поехали. Самолеты дороги чистят. Лесом пойдем. Вдруг быстрее будет. И ты этим паёк выдели. Зеленцов! Поедем до ближайшей деревни, передохнем. Джулия, тише! Тише! Успокой его! Тише, Джульбарс! Тише! Придурочный какой! Умнее многих. Давай назад. Назад, назад, быстро! Пригнитесь ниже. Мама, что случилось? Ничего, ничего не случилось, все хорошо. Русские. Bist du taub? Ты что, оглох, русский? Nein. Aus Krakow. Я из Кракова. Юден. Еврей. Anhalten! Halt ihn an! Папа, ничего не страшно. Играем в эту игру. Как она там? Как она называется? Как называется эта игра? Летел ли? По-синему небу. Что делал? Читал газету. Тихо, тихо! Под номером... Тише, тише! Под номером! Под каким номером, Лиза? Под каким номером, говори? 19! 14! 14! Тише, моя девочка, девочка, тише! Паша, я прошу тебя, сделай что-нибудь! Успокойтесь, все хорошо, пригнитесь только! Тише, тише! Лиза, прячься! Тише, котеночек, тише!
Паш, быстрее! Могу я быстрее из нее выжить, ничего! Тихо, успокойся. Все, прошу. Тихо. Все будет хорошо. Лиза, все будет хорошо. Дядя Паша увезет и спрячет нас. Идите сюда. Здравствуйте. Выходите. Выходите. Иди. Выходите. Выходи. Выходи, малышка. Иди со мной. Ты тоже. Проголодалась, малышка? Бери. Пожалуйста, бери. Егорыч! Хабаров, Алексеев! Еще пятерых взяли! Борисов Николаев, охрана колонны! Пошли! Все хорошо. Все хорошо. Назову вас. Все хорошо.
Во как! Вы посмотрите. Боксер. Хорошо, хорошо. Готов? Давай, давай. Макс, давай набей ему рожу. Mach ihn fertig, Max! Kein Applaus, Max! Ja, ja. Komm, der Wette! Schlappschwanz. Слабак. Пристрели его. Mach's gut, Jude. Пистолеты все заберите. Попал. Пистолеты, автоматы возьмите. С первого выстрела. Так что все во весе, нет? Никак нет. Как сквозь землю провалились. Да это я виноват. Не успел предупредить. Сядь. Да ты и не мог успеть. Шевцов, парень аккуратный. Ему сказали, срочно эвакуировать школу. Он за пару часов хозяйство свернул, иди лови его. Последний раз его видели в километрах 40 от города. Вот здесь. А дальше уже были немцы. Значит, он-то сдаваться не стал бы. Ну-ка, вышли все. Давай. Есть еще одна проблема. Поляков пропал. У него была важная часть областного партархива, включая списки людей, которые должны работать под пользой. Ого. Это не ООО. Мне уже выволочка была. За то, что не обеспечил ему охрану. Какая охрана, когда он сам уехал за рулем? Мы не знали ничего. Если б не это, я бы уже под трибуналом был. Ладно, иди. И передай там, кто работает с окруженцами. Пусть спрашивают о Шевцове и о Полякове. Хорошо. Давай, забирай. Давай. Собаку несли. Собаку возьми. Быстрее, да, все проверили. Аборка и бутылочка. А второй забрал? Конечно. Немцы своих искать будут. Уходить надо прямо сейчас. Все, что нельзя унести, жить. Все, все ломаем. Наверняка немцы уже в деревне. И дороги перекрыты. Ну, значит, составляем машины и идем пешком. Раздай оружие, провиант, все, что сможем унести. Все остальное сжечь. Да, полчаса на сбор. Школа, стройся! Строится!
Собак на короткие поводки. Немец близко. В соседней деревне. Все дороги перекрыты. Выделить большой ящик. Двух бойцов. Что это? Важный документ. Обольем бензином и сожжем. Нет. Нельзя. Важные документы. Я вам задал вопрос, вы мне не ответили, чего вы хотите. По закону 3205 я имею право не разглашать секретную информацию. Сожжем. Погоди. Не очень понимаешь, кто я такой. Не балуйся. А ты, видимо, не очень хорошо понимаешь, кто я. А я капитан погранвойск НКВД СССР. И в данный момент отвечаю за личный состав, а также за группу гражданских лиц, включая тебя. И нам придется пробираться по тылам противника, возможно, с боями. Я не буду рисковать своими людьми ради груза, содержимого которого я не знаю. Архивные документы, там, бумажки. Важно. Обольем бензином и сожжем. Погоди, погоди. Данные о нашей агентуре в тылу врага. Это не должно попасть к немцам. Там наши. Станут предателями. И сжечь это тоже нельзя. Ну, ты же сам понимаешь. НКВД, ну. Сам понесешь. Alte Munition haben! Aber die Kisten sind super schnell! Und mein Buch!
Стоп! Айс мы там эссен ец! Воль! А мне ещё нога, ама. Ну, я бы мою пистолю понял. А ты как-то не сидишь? Я майор. Господин майор, наш отряд вошел в город. Мы захватили партийный архив. Что в бумагах? Протоколы заседаний местной коммунистической ячейки, где обсуждалась эвакуация и другие партийные бумаги. Ценная информация есть? Есть, но нуждается в проверке. Что именно? Там содержится информация о диверсионной деятельности на захваченной вермахтом территории. Что? Судя по всему, они оставили здесь свою агентурную сеть. Списки есть? Нам их найти не удалось. Мы допросили пленных. Часть бумаг была вывезена в последний момент на машине скорой помощи. Но вряд ли они далеко уедут. Найдите их. Мы перекрыли все дороги. Мне нужен этот список. Слушаюсь, господин майор. Проснулась? Ну, молодец. Спасибо, я теперь сама пойду. Сама. Ваня, бойцы устали, нужен привал. Тянуться. Не растягиваемся! Живей, 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 живей! Подтянулись! Господин майор! Мы нашли эту машину скорой помощи. Списки нашли? Нет. Все бумаги сожжены. Четверо наших убиты. Там же обнаружены три грузовика. Все приведены в негодность. Очевидно, документы сопровождала военная группа. Списки они уничтожить не могли. Думают уйти от нас лесом. Для нас очень важно получить этот список подпольщиков. Эту группу надо захватить любой ценой. Бросьте на это все свободные силы. Перекройте дороги, устройте засады в населенных пунктах. Выполняйте. Слушаюсь, господин майор. Вода есть у кого? Ну что, дай здесь. Рядом. Школа, привал! Выставить охранение, разжечь костер. Проводникам и собакам по банке тушенки. Алексеев, выставить охранение. Развести костер. За мной сюда, а? Жульбарс! Приступить к охране территории! Жульбарс! Садись. Там мягко. Глаш, посмотри. Сейчас.
Как зовут его Барбоса? Джульбарс. Второй Джульбарс? Да. На, пей. А как же вы? Я не хочу, Лизонька. Мам. Другой чистый мой. Дядя Паша тоже трубачи. Да, я где? Я трубачи. Вот и вот. Во. Здесь трубачист. Прости. Я пойду воды поищу. Да не будет здесь воды. Я знаю. Сворачиваемся. Странный этот Шевцов. То спит, то не спит. А ты знаешь, он на Халтинголе таких сопляков, как ты, 100 человек потерял. А сам живой остался. Да ты спи. Иди, иди. Keine Angst, Kleine. Zeig mal her, was du drauf hast. Alter. Süß bist du. Ach. ja, geil, ne? Jemanden, ja. Oh, Mann. Oh.
Да, быстро вы у нас оказались. Раньше, чем завтра, я вас и не ждал. Молился даже, чтобы стороной пронесло. Ты, видать, плохо молился, Господь не услышал. В первый империалистический ус вообще здесь не было. Видать, слабые большевики-то оказались. Это было случайно. Доброе утро. Школа, подъем! Школа, подъем! На сборы 15 минут! Подъем! Накормить собак! Живей, 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 живей! Красиво. Чуть сыпали. Я вольный. Ихбин не знает ничего, херфицер. Кто? Глава местной администрации? Да, у них это называется председателем местного совета. Вы ему сказали, что мы его расстреляем, если он обманет. Сказал господин майор. Он что, не поверил? Я думаю, поверил. Но молчит, не боится. Я думаю, он говорит правду. Здесь никого не было, кто-нибудь из местных обязательно бы проболтался. Похоже, мы их опередили. Или нужно искать дальше? На севере. Скажите, чтобы он убирался. Давай, сяди сюда. Вот так. Дядя Паша, я пить хочу. Потерпи. На свете очень много маленьких ручейков, которые впадают в большие реки. А реки в моря. Моря в океаны. Над океанами летают белые-белые чайки. Они очень красивые.
как наша мама. Я терплю, дядя Паш. Пить все равно очень хочется. Джульбарс! Джулька! Теперь мокрое все. Вода и еда закончились. Последние собакам отдали. Возьмем немного на север, там деревушка есть. Придется в открытую идти километров 10. Бойцы на последнем издыхании. Ну, как знаешь. Мы же знаем, произошли какие-то трения. Говорите. Кира. Ну, ты сам все понимаешь. Я человек не военный. Но ты можешь на меня положиться. По моим расчетам, они должны уже были выйти к этой деревне. Наверняка мы их опередили. Нет, думаю, они поняли, что мы их ищем, и побоятся заходить сюда. Зачистите деревню. Что? Соберите провиант и воду. Избавьтесь от жителей. Отправьте людей прочесать лес. Будет исполнено, господин майор. Выполняйте, а я посплю. Что за кис? Ну, чего-то я не уверен, что мы правильно идем. Там за полем в паре километров есть деревня. Выдвигаемся! Время за спиной плетешься. Я это, защитить тебя хочу. От кого здесь даже мухи не летают. Рядом лучше иди, а то все пятки отдавишь. Все равно через минуту подкрадешься. Подкрадусь. В тайге по-другому никак, даже когда спишь.
чуть что ничего не увидел, можешь умереть. Товарищ капитан, там нет никого. Ни немцев, ни наших. Колодец есть. Скорее всего, все деревни на восток ушли. Встать в строй. Есть, есть. Иван Матвеевич, вон, колодец. Сюда. Колодец. Нет воды. Алексей Хабаров! Осмотреть помещение, если найдете воду. Напоить гражданских и собак в первую очередь. Бегом! Лазарев, Хабаров, Говоров! Говоров, Кулаков! Зона, Вера! Пошли, пошли, пошли! Пойдем! Давай, давай, бегом! Есть кто дома? Живые есть? Вода! Вода! Братцы! Я воду нашел! Парни, вода здесь! Живи, к ним! Быстро, быстро! Товарищи курсанты, товарищи, сегодня вы сами увидели, что за враг пришел на нашу землю. Они не жалеют ни стариков, ни женщин, ни детей. Это изверги, с которыми, может быть, только один разговор. Уничтожать их всех. Клянемся отомстить за всех, кто лежит в этой могиле. Прощальных залпов не будет, патроны понадобятся. Сейчас всем отдыхать, разойтись.